Всем привет, с вами Вилкос. Наверное, вам интересно, почему я вас встречаю изначального меню GTA San Andreas. Я вам скажу, в рамках проекта обзоры на моды в GTA San Andreas я сниму не знаю, наверное, большой обзор прохождения одной игры. Игры под названием GTA San Andreas Казино, блять, Рояль. Агент 007, какая-то там залупа, пока не еще. Начинаем новую игру. Старт игры. Сам я с этой игрой познакомился еще в году 2007. Когда начнется самая игровая часть, я вам, конечно же, повествую о моей встрече с этой игрой. Я, блядь, не понял, суки. Извините, что то, что сейчас прервалась запись, потому что это говно любит вылетать. Но все-таки это первая миссия. Как видите, очень качественно сделанная. А переговора с террористом. Нет, это не Джеймс Бонд. Это даже не стоящий рядом с Джеймс Бонд. Могу вам сказать то, что Джеймс Бонд это белый CG. Да. Взяли, отбелили, блядь, CG. И такой накачанный еблан ходит. Ах. Демонстрация вокруг бомжа. Вот наш Сиджони, то есть мистер Бонд, белый. Черный с ожогом, похоже, наш клиент. Значит, террористы тоже не горят. Тонкий английский юмор виден тут. Бери руку от уха. Блять, ну музыка, конечно, она играет, не знаю, уже, наверное, секунд 30, но меня уже надоело. Могу сказать сразу, эта музыка играть будет на протяжении всего игрового процесса. Когда вы сидите в машине, когда вы ходите, когда вы бегаете. Ну что ж. Начнется игра, беги за террористом. Зашибись, игра начинается. Но все-таки расскажу вам, как я познакомился с этой игрой. Саму игру я нашел в далеком 2007 году, когда у меня не было еще как бы такого нормального интернета. Как бы был, но доступ к нему у меня был ограничен. Ну, не так уж я многое мог пользоваться. И у меня в городе были магазины, там, типа, дисковые, там, все по 100 рублей, ну, такие дисковые. И там был диск с GTA San Andreas, 27 в одном. Бля, как же я охуел, 27 в одном. А там были моды какие-то. И простая GTA San Andreas, и GTA, вот это говнище Казино Рояль, и GTA... Возрождение Fall Life, GTA San Andreas, Войны района, GTA San Andreas, Токийский дрифт, вот. Так как у меня был этот диск, который я нашел в субботу, в прошлую, после этой субботы меня как раз сподвигло заснять это видео, вот. Если честно, я прошел этой игры, наверное, миссии 2, потому что... Вы подумаете, вилку с хуесос, хуйню несешь, бей его. Он не бьется, сразу вам скажу. Даже сейчас я покажу то, что происходит, если его давить машины, потому что... читерить в этой игре, я думаю, можно, потому что игра параша, ну, как... Игра не параша, потому что основа GTA San Andreas. Как видите, город, как Припять, пустынный, одни люди. И тут нам, типа, бежать заставляет. Хопа! Как видите, машина отлетает, а не сам террорист. Игра просто заебись, если честно. Столкнем его с прописанного пути. Оля, гляньте, какой он умный, возвращается. Ладно, пусть бежит, так как я знаю, то, что он бежит в полицейский участок. Я его буду ждать там. Так. Чуть не пойму, куда он смотрит-то, блядь. И вот, видите, я кашляю. А вы еще говорите... Я, блядь, не понял, что сейчас произошло? Убейте. Стоп! Я что, в машине, что ли? Бля, игра настолько параша, то что я даже не уста... Удивляюсь, то, что я сейчас ездил в невидимой машине в полицейском участке. Воу, бух. Ладно, давайте выйдем. Видите, мы выходим. Нам
Какой все-таки ты красивый. О, текстурки, текстурочки. Билл и Сиджони. Черная причесочка на Джеймс Бонд совсем не похож, блядь. Так, давайте сбегаем на дробь, возьмем, я помню, она где-то тут есть. Вот, она моя дробь. Я еще по GTA San Andreas помню то, что она тут есть. Так, бро, здравствуй. Сейчас будет самый веселый конец миссии. Так. Все. А миссия пройдена, $800 нам дали. Плюс респект. Игра еще не пройдена, нет. Это только сейчас сок игры будет. Нам нужно отправиться на миссию S, то есть, наверное, к свиту. Конечно же, к свиту. А свит у нас находится вот тут вот. Если честно, все эти миссии расшароебины по всем городам, так что я вернусь к вам, когда доеду туда. Так, я тут немножко умер. Не удивляйтесь, почему у меня самолет в руках, потому что, блять, мне влом на машине ехать. Я уже наездился, когда мифы делал. Так, припарковался самолет, начинаем миссию где-то в пиццерии. В китайской пиццерии. Начинаем миссию. Без названия. Она без названия. Тут все миссии без названий. Идет сестрюня. Под музыку. Одну и ту же. О! Какая наглость! Расстреляли посольство. И ради чего? Ну, чтобы убить жалкую пешку. Да, разговоры. Он был даже не фанатик. Чё фанатик? Чё происходит в этой игре? Теперь мы понятия не имеем, кто спонсирует террористов. Минус один. Изготовитель бомб. Тоже хорошо. Зря я вас повысила до 2 нулей. Чё, блять, до 2 нулей? У агентов с 2 нулями весьма небольшая продолжительность жизни. А, агент 007, типа. Вашу ошибку быстро исправят. Нахлёвыш, нахлёвыш. Ну что ж, теперь у нас. Алло. Бонд на Багамах. Где, блядь? Багамах? Зашел на закрытый веб-сайт под вашим увиденным паролем. Что? Откуда они ему известны? На какой сайт-то он зашел-то? Это Red Hub, что ли? Или порно-дьявол, блядь? Кто ему нужен? Для чего я нужен? Алекс Димитрос. Алле Щирф. Они даже пасть не открывают, господи. Что теперь? Нам дают машину. Сейчас, наверное, многие ржать будут, потому что эта миссия еще уебищней прошлой. Среди, блять, за Димитрисосом. Димитрисом, че это? Имя Дмитрий в пидорасском наклонении. Димитросом, блядь. Ах, как видите, тут хотя бы заменена модельки машины. Хоть моделька и машины так себе, но все равно плюс этой игре не прибавляет. Давайте протараним попку. Бабах! Как видите, машине похер, видно, в этой игре стандартный. Стандартно, Джеймс Бонд въебывается в жопы. Опа, вы гляньте. Впереди на Антон Джеймс Бонд проехал. Все-таки, чтобы не делать 15-часовое видео, как я еду за машиной, я просто вернусь вам, когда я доеду до аэропорта, как я помню. Ну, блядь, ну давай же, этот хуесос на каждом этом светофоре останавливается. Давай, иди быстрей, сучка. Все, наконец-то. Вот он вылез. Ох, блядь. Они еще идут медленнее, нет бы подбежать бы к чуваку. Лас Вентурес. И что это? Ох, повернулся, увидел наконец-то, блядь. Я уж думал, все, скрипт попорчен, игра полетит нахуй сейчас. И обзор закончился. Так, зашибись, они помахали руками. Заставка кончилась. Убей Димитриоса. Как же мне его убить-то? Наверное. Охренеть, какую нам пухалку дали. Слушайте, мне нравится. Давайте подойдем к нему. Здравствуй, брат, я должен убить тебя. Шашлык хочешь, брат?
Все, уничтожь грузовик любыми возможными способами. А вот это что-то я не помню, какой в пизду грузовик, блядь. Какими способами? Так. Значит, если эта игра ебанулась, значит, грузовик будет какой-нибудь легенький. Потому что иначе невозможно. Ух, ебанулся. Аллах Акбар, бабух! Почему на мне нету пояса шахида, блядь? Так, я знаю план. Выходим из машины. Так как мод говно, вводим чит-код УСОМЮМВ. Так. Берем наш травмат. Злябный рыский. Все, миссия пройдена. И респект. Смотрим следующую миссию. Следующая миссия у нас находится... Так. Понятно. Зашибись. Красотулечка. Опять же, я к вам вернусь. Знаете, меня удивляет то, что почему в этой игре машин по нулям, блядь. Ладно, ночью там никого нету, я, может быть, понял, там дань реализма немножечко отдали. Но, бля. Ну, супер, я еще не в том месте. 11 сентября я сделал. Машин нет вообще, вон только одна, и то днем. Ой, бля. Ладно, начинаем. Какую-то там третью, что ли, миссию по счету, их не считаю. Так, берем бензопилу, как пикси, блядь, и начинаем миссию. Так, ну... Димитрис был посредником, мог найти нужных людей оружие, лишь бы ему за это платили. Годами с ним сотрудничал один человек. Ле Шериф, блядь. Тайный банкир для террористов всего мира. Выдавал их капитал и обеспечил им вывод на счета. Албанец, как нам известно. Талантливый шахматист и гений математики. Блять, нам нахуй знать-то их, пойму. Если он террорист. Любит доказывать это игрой в покер. Ле Шериф играл... фондами и потерял 10 миллионов долларов из-за нервных, а неверных расчетов, чтобы изменить убытки. Возместить убытки он разорвал карточный турнир казино Рояль, вам необходимо выходить в покер. Блять, я играл в покер в GTA San Andreas, наверное, раз 5, и то 2 раза, когда я видео делал про то, как обмануть в казино. Я играть-то не умею. Бля, стойте, и что теперь? Так. Ах, бля. Так, ну что, я снова прилетел, потому что на машине в этой игре ездить невозможно, так как машин тут нет. А хотя нет, вот есть две. Есть две. А начинаем. Под миссию, хотя похуй, начинаем. Так. Здравствуйте, миледи. Я бы что-то отпрыгнул, так как дура, блядь. Я ваш кошелек. Меня зовут мисс Линд. Заебись! Я полностью рад, то, что вы, блядь, загородили такой сюжет нам. Блядь, ну мат говно. Нечего сказать. Ох, миссия-то пройдена, оказывается. Здравствуйте. Так, бежим, бежим. Далеко бежать не надо, самолет нам не нужен. Начинаем. Меня зовут Матис. Рене Матис. Нет, блядь, ты этот, как его? Тарена. Я ваш связной. Ле Шериф прибыл вчера и сразу же начал заниматься восстановлением старых связей. Он дружен с шерифом полиции. Ну... Трито может усложнить жизнь и ускорить.
Я хотел его перекурить, но у нас нет таких денег, как у Ле Шерифа. Я тогда решил подкинуть заместителю шерифа фотографию, где он берет у нас взятки. Удивительные возможности дает Photoshop. Не правда ли? Ох, молодцы какие, а? Бля, ну значит, я так понял по этой игре, то что Джеймс Бонд подкупный пидорас и хуесос. Если так он работает. Так, у меня машины нет, блядь. Куда теперь пидорить? Пидорить-то не так уж далеко, но машин-то у меня нет. Чё, пешком, что ли, хуячить? Давайте на самолете. А, нет, нет, есть машина, хотя она уже уехала. А хотя чё, я какую-то херню страдаю-то? Зачем мне на таком близком расстоянии-то нужен самолет, если есть ПДНЕ Джох. Джох, и у нас есть появляется красная машиночка. Так, лю-лю-лю-лю-лю. Видно по всему, что Сан-Андреас, когда делали эту игру, отменили для все радио и включили. Ох, эту музыку на задний план. Умельцы, самое главное, эту игру делали не американцы, а русские. Блять. Не, только русские могли такого хуйню сделать, если честно. О, сколько тут машин, оказывается, у нас много. Так, заходим. Миссия про... Спасибо, спасибо, спасибо. Ох, ебать, появилось целое сохранение. Аезакми, блять, аезакми. Все. Пиздуй. С вами был Вилкос. Увидимся, наверное, завтра, потому что все это в единое видео. Все прохождение и обзор данной игры делать тупо, потому что много времени получится. Не буду пиздить, короче, всем пока. Здравствуйте, с вами Вилкос. Сегодня мы продолжаем издеваться над игрой GTA Казино Рояль. Хотя это не игра, а дополнение ебаное. Думаю, у меня сейчас игра не вылетит, как в прошлый раз в самом начале. Джеймс Бонд. Низкополигональ... Ой, это какой полигональный. Малотекстурированный. Ту-ду-ду-дум. Бум. Бум. Ту-ду-ду-ду-дум. Так, покажите миссию Джонни моего. Беленького. Блядь! Ох, блядь, какое же говнище, блядь. Оно вылетает, когда с меню начинаешь записывать. Так, начинаем не пойми какую миссию. Слава богу, у нас появилось сохранение, а то мне пришлось бы все видео в прошлый раз бы целиком трехчасовое делать. Эта игра еще провисает, как... Пиздец. Давайте начнем миссию. О, Михаил. Ёпть, вы гляньте, вот где он стоит. А вы спрашиваете, Вилкос, хуесос, где мифы, где мифы? Вот, ведущий играет в казино с какими-то хуесосами. С Джеймс Бондом, с каким-то обросшим, с Вузи вон. И с бомжом каким-то. Чё-то пропустил, о чем речь шла. Через некоторое время... Господа, мы играем уже 4 часа. Пора сделать перерыв. Через час мы продолжим. Конечно, продолжим. Только я что-то еще пока не играл. Вообще. Ну что, может быть, поднимемся в номер? Перепихнемся. Поднялись мы в номер, как видите. Из комнаты Ле Шерифа раздаются крики, блять. Что-то по вашим выражениям лица не видно, что крики раздаются. О, это еще кто? За опять злые русские. И что, мне с ним... Бивать, что ли, их? Давай, блять, сука, блять, борцуха, блять. Опа, хуй, опа. Блять, драться-то не умею. Сука, не речь мне, блять, русский, опять. Злые русские. Умри, блядь. Я его трежу, их как его. У вас хоть жизни-то, суки, вы заебали-то. Умрите кто-нибудь хоть. А? Да, бля. Умри, сука, вот хоть одного убили.
Добиваем этого. Перестань. Говнюк, ты убьешь меня, миссию перепроходить, сука. Все, слава богу. Слава богу. Это были обманутые клиенты. А нахуй убивать, если это обманутые клиенты. Обманутые клиенты, бля. Скажи мистеру Матису, что это труп, и пусть он их от них избавится. Нет бы, блядь, этого хуесоса убил, которых обмануть. Ну нахер этих убивать-то обманутых вдольщиков. Зато миссия пройдена. Заебись. Заебись, мне это уже нравится. Так, где у нас следующая миссия? Следующая миссия у нас... Следующая миссия у нас далеко. Не пойму, что с ВПС? Чтобы не дать Карлу. А, мы уже Карл, да? Окей. Так, я приехал. Я что-то просто подумал, что если дорогу, каждую поездку заснимать, то это будет... Да, блять, у меня еще оружие было. Зашибись, я мог бы взять вот так. Умри, раз, два, все, начинаем миссию. Опять Михаил. Месье Лещирф, месье. Фулл хаус, тузы и две шестерки на сундук мертвеца. Месье Бонд. Бонд. Он молчит, типа. Да они все, все молчат, по идее. 5,7 пик. Чё-то жирный, лысый, скинхед. Тесак. Флэш-рояль. Месье Бонд выиграл. Заебись, блядь. Мне это уже нравится. Я особо-то не играл, как видите. Мои поздравления, брат. Пойдем подкрепимся. Хачан ебанем. Линд Матис вызывает. И она уходит. И прям сквозь текстурку. Оп! Точка, восклицательный знак, точка, восклицательный знак, точка, восклицательный знак, точка. Матис, брат, блядь! А что случилось-то, я не пойму. Убили, что ли, кого? Помогите, прям подходит к этой ситуации. Он прям насилует ее. Взглядом видно. Машина уезжает в неизвестную даль. Что теперь делать-то? Опять машина. Я ненавижу эту машину, она тяжелая, как говно. Мамонтенка. Стоп, ну теперь еще куда ехать? Ох, заебись. Я к вам вернусь, как вы поняли уже. Бля, ну эта машина говнища, она неуправляемая, ни хрен, сука. Тебя что, выкинули, что ли, из машины? Ну и? Игра вылетела? Обидно на ваш друг, Матис вообще. Бля, а хули я лежу-то, я не пойму. Мой друг Матис. Матис мой друг. А, все, зашибись. Наверное, миссия пройдена, нам дают... А, нет. Мне нужны третьи деньги. Третьи деньги. Ты от меня не получишь этих денег, отвечает Бонд. И скоро за тобой придут обманутые вкладчики, блядь. И тебе некуда будет бежать, бро. А вот тут ты врешь. Я тебя убью, и ваши спецслужбы все равно примут меня с распор... Чего с распортер? Распростерт, господи. Я все верну. Бля, кто это ставит-то, не пойму. Киль, о, господи, в нашей организации деньги не главное. Как честность партнеров. Надеюсь, он меня, блядь, убил. Ой, бля. Заебись, миссия пройдена, опять дали косарь, я в текстурке застрял, сука, я ненавижу эту игру. Ой, бля, начинаем следующую миссию. Вы говорите, Вилкос, почему ты материшься? Вы просто не поняли эту игру, такую говнище, что невозможно нормально говорить.
Алло, месье Мендель. Мне что-то не получить доступ к счету. Мне что-то не получить, господи. Все переведено на другой счет, указанный в вашей компании. И в данный момент кто-то снимает всю сумму. Ага, выебись. Где? Блять, Сбербанке, наверное. Где еще? Или банкомат какой-нибудь. На площади. На какой площади? А что тут... Что-то не так. Ох, уск. А что... Ого, бля. Вот, бля. Дайте мне машину, суки. Вот, на такси поедем, значит. На такси. О, бля. Так, мне кажется, что тут что-то не то, потому что... В закоулке, наверное, тесак придет. И будет выпуск «Окупай педофиляй» с Сиджони. Так, возьмем на всякий случай калаш. В эту стенку начнем проходить данную миссию. Окей. Так, три педа стоят и разговаривают. Сиджей. Педы. Они все-таки увидели его, молодцы. Я убью ее. А, ну, я прям вижу, ты убиваешь ее. Нет бы, даже за руку взял бы. Молчит. Сделаем... А, сделаем... Все-таки Бонд понял то, что баба не нужна. И они убегают. Правильно делают. Нех убегать. А так как это игра параша, и убивать этих долбоебов с нормального оружия у меня не получится, потому что я буйный. Вводим мои закни. Чтобы на всякий случай. Хотя... Так, говнюки, вы где? Ля-ля. Блю... Хо-хо. Ах ты, говнюк лысый. Нихера, не пули не пробивают. Гранат непробиваемый, что ли? Блин, тут еще один. Ты умер? Да, ты умер, все. Берем чекпоинт. А, иди на следующий. Так, кто-нибудь тут за углом стоит, 100%, блядь. А вот он! Все. Ах, ты живой еще? Я не понял, что ты сейчас меня убил-то? Кацанул так сильно. Заходим сюда. Ну что? Бля, мне молчание... Суки, вы что делаете-то? Молчание сме... Михаль, сука, пиздуй миф делать, хуесос. Так, блядь, я тебе забыл. Блядь, убьют же, суки. Блядь, миссион... Блядь, мне опять придется, сука. Наконец-то я вернулся к вам. Два хуесоса, блядь. Да хотя у меня хп мало было. Ну теперь вы полностью отплатите за то, что вы сделали. То, что я заново слушал. Мобильный разговор, сука. Сука, вот так. Вот куда побежал, говнюк? Кто тебе разрешал-то, а? А чё бабка стоит? А, несчастный случай. Ну, я понял. Я понял, несчастный случай. Очень искренний. Казино Рояль. Конрад. 2007. И пожарная машина. Ну и... Миссион респект. $10 000. А, игра пройдена. Хотя она, блядь, изначально была пройдена. Ой. Теперь вам остается взять просто. И удалить в пизду игру. А с вами был Вилкос. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте. Не играйте в такую хуйню, которую сейчас я вам показал. А тут модели оружия прикольные. Стреляют они не пойми откуда. Ой, я знаю, что сейчас делать надо. Так. Братюнь, куда побежал? Побежал. Аллах Акбар!